типа подружка такая, она тоже. Поэтому
имени Сережа. Он отвечает за качество звука на наших шоу. Что у вас здесь? Посыпались бошки. Я только как не видели. Все видели, Сережа плохо танцует под Evanescence, помните? А еще у нас есть Андрюша, который отвечает за то, что мы не выбрали с голоду. Наш великолепный турман. Предлагаемая часть сегодня более литературная, например, Данте. Let's go. Устройте спорта. Давай,
Чувств духотой. Я хочу сказать песню, которую много кто слышал. Для меня она не самая знаковая, но мне очень нравится. Сейчас мы проверим, способны вы чувствовать или нет. А еще я хочу попросить вас, если умеешь петь, если умеешь танцевать, у тебя нет чувства ритма, меня это не интересует. Вы здесь для того, чтобы петь не голосом. Вы здесь для того, чтобы петь вот этим. Поэтому включай хулиганку, браток. Для меня это самое лучшее. Если я увижу людей, которые поют слова, которые я не писал в программе 15 лет. Тебя хотелось скорее сбежать, пролетая ночные огни. Мою душу на осколки. Но мы ждем у нас сотни миль. Не ради пожара меня подожди. Подожди, что мы светим. И затем мы пляшем. И нам нужно быть никто не запретит. Полюби его по. Yeah.
не запрети. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди. Спасибо, Казан! Спасибо, ребята, это край. Скажи мне что-нибудь больше. Уважаемый клуб. Такое шоу портите. Смотри, мы каждый город, у меня сейчас ломается, да? Так. От меня приходит Лёшечка. Походу дела. Это какой-то вирус, да? Слушай, как вирус. Да, да. О! Так все работает. Продолжай. Все, продолжай. Продолжай, давай. Продолжай, потом умереть, нажимай. Все, что я не то мое, на засунули хреновое кинцо. Дай давай свое хреновое.
Если вы там есть, умоляю вас, относитесь так же к своей любви. Прошу вас. Я заплачу. Я ничего не слышу вообще, я ничего не понимаю, о чем говорит. Стой тихо. Меня очень часто спрашивают, а что? Типа, ты вот, я услышал сейчас, как там, что? Да ты что? А что вы? Это какое-то, ну, какое служение? Там, это акт самобывания нарциссизма? Ты что? Бесконечное какое-то самоутверждение. Нет, все гораздо проще. Я отвечаю на что-то уведомо. Если моя благодаря обычная песня, человек, парень, девушка, не важно, сколько тебе лет, хотя бы чуть-чуть добавить тебе уверенности, и ты сможешь полюбить, наконец-то, то, что видишь в отражении, значит, это имеет право существования. Ваше здоровье, господин. Кстати, начнем отражение. Снимаю личину Коли Григорьевича, просто обычный чувак Ваня, который любит искреннюю музыку, всей душой, сердцем, любит честность. Да, это так, но знаете, у меня после исполнения таких треков, как будто, знаете, после пьянки, короче, тебе рудородину приехал, короче, знаете, тебе очень стыдно, какой-то, знаете, разоткровенничался еще, это можно сказать. Ну, мы сегодня здесь с вами конкретно для именно этого, я хочу с вами познакомиться. Я всей душой хочу познакомиться с вами, ребята, Казань. Честно, от всего сердца. Давайте по песне, которая называется «Шутка». Гаси везде свет, даже синий, пожалуйста. И просьба, никаких фонариков, давайте никаких... Сторис — это 24 часа висит в Инстаграме. Но если вы растворите сейчас и действительно послушаете текст, а не музыку,
Это, я надеюсь, останется немного подольше. Thunder, thunder.
Thank you.
правильно спел. Не моя кожа металл. Наша кожа металл. Ты уверен, что ты этого хочешь? Чтобы вы понимали, после этого трека у него дыр в барабанах остается. Мы каждый раз поменяем установку, потому что он ломает барабаны. Дыр в барабанах и дыр в птицах. Сено положил, на салон положил. Ты что, гэнгста? Гэнгста, бэйби. Я хочу каждое сейчас стало бэйби гэнгста. Thank you.
Потрясающие люди. Мне всегда казалось, что мир — это какой-то пластиковый, пластиковая оболочка, которая внутри себя ничего не имеет, которая очень вкусно пахнет, красиво выглядит, но внутри она пустая. Если ее лопнут, то будет ничего. Но я убедился в обратном. У нас офигенные люди. И сейчас, наверное, спеть эту песню и сказать, что я так думаю, сейчас это был ложью, потому что и действительно чувствую себя уже не одиноким человеком благодаря вам. И я сейчас хочу спеть песню, которую написал в период, как большинство из нас подростки были одинокими и создавали какие-то собственные любимые игроки для того, чтобы уйти от действительности. Ну, в моем случае я писал стихи и писал музыку. Я хочу спеть песню, которую я назвал «Плакса». Это не важно.
Мне очень жаль, что не все успели послушать все песни. Я искренне перед вами извиняюсь, потому что я по-настоящему уважаю и люблю каждого из вас. Ребята. Ну, не все. Я сейчас буду небольшой эксклюзивчик. Вот именно к тем, кто не успел, работу, учеба. У нас осенью еще один будет дух. Новые хиты, новые треки, новые альбомы. Вы у вас пошли развивают, обещаю. Я настолько проникся казак, знаете, настолько влюбился, что, знаете, любовь, когда это такое пагубное чувство, что как вдохновение всех мужчин может заставить вырезать собственное сердце и как-то сапу пропустить под воду. Чувство песни «Калипсо». Это будет «Падает с девочки».
Ну давай сначала программу
начнем. Раз уж такая пушка. Знаете, я настолько проникаюсь вам с каждым треком, когда знаю, что мне прям хочется сказать на всех языках мира, но главное – мой дом, твой дом, или Микаса, сука, сука. Значит, ты веришь, ты такой, когда ты с другой, когда ты не веришь, ты не веришь, каждый день подобрал, причем, ты не веришь.
Это либо оставь бокал, либо хулиганка, что хотите? Я буду петь своими другими словами. Я с вами. Дайте мне свое. Let's go. Тебе хотелось гореть в глазах. Конца!
позволит спеть вам. Вы невероятны!